вокал и хореография, актерское мастерство, сценическая речь, кукольный театр. Свои достижения воспитанники детского музыкального театра «Олимп» демонстрируют на сцене культурно-досугового центра «Заречье». К такому масштабному отчетному концерту, приуроченному к 5-летию театра, дети и педагоги готовились в течение всего учебного года. Из-за пандемии мы не смогли сделать это в сентябре, но вот делаем сейчас. Детки готовились целый год, мы очень старались, несмотря на тяжелые условия. Тем не менее, они и педагоги проделали громадную работу. Самое развитое направление в «Олимпе» – вокал, поэтому программу открывают именно вокальные номера. На сцене как совсем юные певцы, так и уже состоявшиеся. Участие в концерте принял и выпускник «Олимпа», студент второго курса Академии имени Гнесиных Георгий Михайлюков, который исполнил арию Гульермо из оперы Моцарта «Так поступают все женщины». В этом году завершает свое обучение в «Олимпе» еще одна яркая воспитанница – Вероника Труфилкина. Она тоже собирается продолжить обучение в профильном вузе, но выбрала ГИТИС. Мечтает стать актрисой музыкального театра. Пение и театр для меня – это моя жизнь. Я посвятила этому все свое детство. Вообще, начиная с 2012 года по сейчас, я варюсь в этой каше, то есть я этим живу уже. Больше всего ей нравится петь, причем выбирает Вероника только академический вокал. И даже русскую народную песню поет в стиле оперетты. Есть в «Олимпе» и другие звездочки, причем как среди подростков, так и среди самых юных воспитанников. У каждого свое очарование, у каждого возраста. У младших ты иногда находишь ответы на самые сложные вопросы. Они иногда поражают своим взглядом на этот мир. А старшие, с ними в чем-то легче, в той же дисциплине, как минимум. В общем, у каждого свое очарование, и выбрать однозначно нельзя. Малыши тоже спели для зрителей, а еще представили кукольную постановку. Куклы, кстати, очень полезны и в общении с ребенком в быту. Кстати, очень хорошо через куклы проигрывать разные сложные ситуации жизненные, если вдруг возникает. Потому что через куклу проще разобраться в ситуации, нежели когда это сам пытаешься. Поэтому родителям рекомендую очень, если возникает какая-то сложная ситуация, с ребенком можно через куклу, через игру тоже найти ситуацию, разрешить эту ситуацию. Пока одни выступали на сцене, другие усиленно готовились к выходу. Кто-то поддерживал выступающих за кулисами, кто-то волновался, а кто-то усиленно репетировал в фойе культурно-досугового центра свои номера. У нас, в принципе, все дети очень талантливые, все очень развитые. И даже если они не будут стоять профессионально на сцене, то они будут любить музыку и театр. Подробнее о деятельности детского музыкального театра «Олимп», его воспитанниках и педагогах мы расскажем в программе «Специальный репортаж». Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».